Добрый день, меня зовут Надежда. Я являюсь обладателем единственного, неповторимого, изысканного аромата от компании Цептер. Luxury Overdose. Этот новый парфюм произвел на меня, конечно, огромное впечатление, роскоши и богатства. Но давайте посмотрим, сама упаковка состоит из кожи, золотая пластина с гравировкой, внутри бархат. Темный флакон. Это уже говорит о том, что эта гламурная упаковка очень впечатляет. Сам аромат произведен во Франции, местечко Прованс, где произрастают самые экологичные растения. Аромат тонкий, он делает вас неповторимым, единственным. Он подчеркивает вашу индивидуальность. Я как будто нахожусь в облаке богатства, роскоши. Здесь сочетаются и цветы, и древесные нотки, и запах фруктов, цитрусовых. Что бы вы чувствовали? Восторг? Вот это я чувствую благодаря аромату от компании Цептер.